Когда я ночью крепко сплю, не спят мои игрушки. Они друг с другом говорят, играя на подушке. Я вдруг услышал, что меня хотят игрушки бросить за то, что их я не люблю. Ломаю, забываю, бью и обижаю очень. Котенок шепчет паровозу, что я плохой мальчишка, что я сегодня днем читал и вырвал лист из книжки. А книжка плакала потом от горя и досады. Теперь ее нельзя прочесть, и у нее задета честь. Ее бы склеить надо. А паровоз в ответ сказал, что тоже был обижен, что он со мной весь день играл, вагоны по полу катал, гудел, жужжал, совсем устал. Ну а когда мне надоело катать по полу паровоз, я бросил все, сменил забаву, а убирать оставил маме. А Мишка плачет на полу с оборванную лапой. Я оторвал ее вчера, когда кидался в папу. Когда проснусь, я попрошу, чтобы пришили лапу. Я не хочу, чтоб Мишка мой от боли горько плакал. А зайчик тоже недоволен. Лежит, забытый всеми, в пыли, под стулом, вверх ногами, уже почти неделю. Его достать оттуда нужно. Я утром это сделаю. Не будет зайчик мой грустить. Я не забуду серого. Сказал котенок паровозу. Вообще-то наш мальчишка не так уж плох, он озорной. Но пострадала книжка. Я обещаю, никогда я книжек рвать не буду. Я буду только их читать, чтоб стать большим и умным. Я перед тем, как лечь в кровать, сложу на полку книжки. Я соберу игрушки с пола, чтоб не ушли из дома. Любимый синий паровоз, котенка и зайчишку. Я обниму и поцелую Мишутку, как братишку. Я усажу своих зверюшек друг с другом, но красиво, чтобы пока я крепко спал, они играли мило.